Эдуард, да. Владелец белого Джили Кулрей. Значит, купили вы когда его? 30 августа. Так, да. Это у нас, в принципе, вторая партия с твердым двигателем. Вопрос такой, сколько сейчас пробег? Уже 21,5. 21,5. Второе ТО пройдено, дорогое. А сейчас, да. Я так понимаю, какие-то проблемы были именно с капотом и с багажником. Ну, кнопку багажника наконец-то за полтора месяца поменяли. Угу. Она пришла все-таки. Такая вот беда. Капотом. Вернее, с капотом. Иногда во время просто стоянки может показать, что у тебя вскрыт багажник. Ага. Это никак не можешь. Пробовал, отключал клеммы, оставлял на 15 минут, как они советуют. Вот она показывает, что капот открыт, и даже отключение клеммы не помогает. Ага. Помогает непонятно что, сама по себе какая-то тряска, и оно исчезало. Иногда даже включалось во время езды. Да, вот во многих. Не дай видел. Бог в такую погоду, и у тебя перестают работать дворники. Да, то есть дворники, они да, у нас они не работают. Же это вместе. У одного парня была такая проблема, да, в снегопад поехать. Да, открой и все. А у них еще минус то, что не регулируются дворники, блин, на скорости не дворники, а эти прыскалки. Да, ёпперный ты чё-то. На скорости, ладно, когда стоишь, нормально прыскает, на скорости она еле-еле вот сюда. Ага. И обычно под дворник пьет. И время от времени, да, как бы есть эта проблема и непонятно. Они мне посоветовали заснять полностью с ВИН-номером, с номером машины, со самой проблемой показать, потому что надо показать этому... изготовителю. Ага. Говорит, это уже гарантийный случай, мы этого не можем ничего сделать, это надо отправлять им, и они должны решать проблему, скорее всего, менять полностью замок. Меняется весь. Я спросил, а я не могу сам отключить датчик? Говорит, вы не сможете, он находится в самом замке. Офигеть. Как-то так. Ну, я не разбирал, но я думаю, ребята, кстати, у нас... В чате. В чате, да, уже советовали попробовать самому отключить, если ну да, я видел. Беда. Ну, такая может беда случиться, если ты в путь едешь куда-нибудь, угу. И что делать? Тогда придется где-то вырубать. Ну и давайте замок посмотрим, да, задний. Ну, чего да, там они сделали? Да. Замок же заменили, получается. Ждали месяц, да, я так понимаю? Да. Ну, кнопочка та же осталась, в принципе. Внешне-то да. Внешне, да. Что там внутри изменили, они, я тут не же знаю. Они, наверное, тоже ничего не меняли. Вот не знаю. Скорее всего, нет. Ну, в общем, надо сейчас протестить его. Да. Не, так-то. Все. Работаем. Мне кажется, даже потуже как-то стало. Так. Не может. С усилием. Но при этом у нас упоры, конечно, на зиме не держат ни хрена. Он стал наши попозже. Упоры. В этом у него и большой минус. Когда не работает кнопка, одному очень трудно да. Изнутри сдвинуть дверь наверх. Ну да. Особенно еще, когда вплотную где-нибудь припаркуешься, блин. Ага. Я хотел сервопривод для того, чтобы высоту еще повыше сделать. У меня как бы такая идеофикс была. Ага. Разве что я сейчас мешаюсь подняться выше? Вот эти? Да, 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 у них длины. Без них бы она поднялась? Да, если шток выше? Поставить выше, то она будет выше. А, ну да, надо смотреть еще на эту часть. Ага. Да, но еще есть запас на самом-то деле. Да, да. А вопрос такой, на флагшип спорт на вашем, когда вот так вы не очистили немного снег, скапливается, да, сюда все? Снег остается здесь. У нас просто на флагшипе прям сильная проблема. Говорят, на спортах поменьше это все. Ну, я бы не сказал. На спортах, кстати, вот я бы сравнил спойлеры на нашей и на вашей. Ну вот да. Вот минус показываю сразу. Какой? Ну а где у нас стоп-сигнал? Именно там, где заснято. А, ну на моем так же. Да? То же самое. То же да, самое? Абсолютно, да. Вот. Но я когда еду в дороге, он у меня очищается сам по себе. От ветра. От ветра, да. То есть там аэродинамика, она сделана. Ну вот в такую погоду едешь, когда вот это все обдувает, все белое становится, вплоть с номерами вместе, но оно вот это все закрывается белым. А и здесь, да, тоже все? И здесь да. Все, вот так все облепает. Единственное, что вот это может спасти, которое уже прилипло. И вот эта сволочь, да, у нас прилипает, так как здесь нити нету обогрева. Вообще. Вот тут у нас лед прям скапливается сильный. И вот, как я говорил в блоге, я уже неужели менял... Неужели вот это нельзя было вот... пустить сюда вот. А вот даже многие делают производители вот так да, типа пульса, да, да, да. Вот на корейцах так любят. А у нас вот китайцы так плохо очень адаптировали машину для таких зим. У нас сегодня минус 20. Ну и спойлер, я именно машину вот эту не хотел из-за спойлера.
Потому что мне тот больше нравится. В минимальной комплектации с этими прорезями. Он более обтекаемый. Он, кстати. Ну... Он пообтекаемый. Он повторяет форму крыши, вот так сужается внизу. Этот просто немножко. Такой... А там у нас получается прямо еще поток воздуха чистит нам. Этот немного дерзкий такой. Да, дерзкий, это точно. Ну и самое главное, покрытие получится. Крыша там у нас потолще сделана. Это да. Старые зеркала первого образца. Ну и все-таки, конечно же, я так понимаю, стоковые, да, у нас сейчас дворники. Дворники стоковые. Тяжело, да, сейчас ездить в снегопады? Очень. Очень тяжело. Очень. Ну и вот эта часть у нас сильно леденеет сильно. С подключенными сейчас в данный момент. А, сейчас включено все, да? Да. Ну да. Толку от них нет. Да, мы прям лед скапливается здесь, с этой стороны. Ну а так, в принципе, по каким-то косякам в плане, у нас броня именно капота, да, стоит? Да. Весь, полностью. Да, полностью и капот. И часть крыши. Часть, да. Но это самое главное, что нужно знать именно фары, и делать. Фары, эти тоже, да. А, фары тоже, да? Да, фары тоже. Места для ручек. Угу. И плюс черная пряница, которая тоже весь закрыт. А-а-а. Да, ну в общем, вы рекомендуете Джилику в Рейк? Да, конечно, конечно. За свои деньги, конечно, если бы дилеры допы только это не вешали бы, да? Знаешь, когда даже сейчас цена подскочила, я думаю, а взял бы я сейчас. Вот и... многие, да, так думали. И, а ведь все остальные тоже подскочили. Да. То есть он опять остается в своем сегменте по цене. Ага. И... качеству. Опять одним из таких же. Вот я что думаю. Машина классная, но надо иметь в себе запас на то, что иметь запас денег на ТО в любом случае, да, потому что ТО дорогое. И, конечно же, на покрытие бронепленкой хотя бы крышу и капот. Это обязательно. Ну там сколько? 30 тысяч, допустим, это будет стоить в сервисе каком-нибудь. Ну, неоцинкованная часть обязательно надо. Да, потому что проблема постоянно у многих владельцев. Ищем ржавчину на Geely Coolray. Одной из первой партии. В общем, как мы видим, каркас не прокрашенный. И вот так образовалась сильно ржавчина. Это только одну сторону я вам показываю. Есть, да? Есть. Получается пробег 21 590. Это у нас стандарт получается на всех наших автомобилях. И вот здесь мы видим сильный залом кожи. Да, очень сильно. Даже у меня не так сильно. А, и кстати, вот тоже, вот тут такой же залом, как у меня. Изнутри, вот с этой, да, стороны, да. Ну, короче, кожа у нас говно, честно сказать. Где-то у кого-то тут, а у кого-то тут, а у кого-то может тут. Ну, короче, вот здесь вот. Да, прям сильно она. Ну, что мы хотим от автомобиля бюджетного. Но, с другой стороны, как бы надо понимать. Я бы взял бы комплектацию люкс, если бы она была на старте продаж. Итак, интересный дефект Geely Coolray. Тут у нас и между дверью, и крылом автомобиля, если присмотреться. Вот, видите? Вот этот вот уплотнитель скапливает всю влагу. Потом на морозе он дубеет и сам по себе деформируется. Вот мы видим всю влагу. Это какая-то хрень. Это ненормально. Эдуард, спасибо вам большое за отзыв об вашем автомобиле Geely Coolray Flagship Sport.